Транспортный коллапс в Омске все ближе. С таким тревожным заголовком сегодня появилась заметка в одном из телеграм-каналов. Ее авторы напоминают, что по информации РЭК, стоимость одной поездки в автобусе, троллейбусе и трамвае в среднем равна 37-38 рублям, а по факту пассажиры платят 22 рубля. Разницу транспортникам доплачивают из бюджета города. В итоге в этом году субсидий потребуется, по некоторым подсчетам, уже более 1 миллиарда рублей. Авторы ссылаются на пояснительную записку из департамента транспорта. В то же время новая маршрутная сеть требует жестких изменений. Планируют сократить 470 транспортных единиц. Для сравнения, сейчас в муниципальном парке около 900 автобусов, троллейбусов и трамваев. В мэрии обещают, что трудоустроят всех оставшихся без работы людей, а это около 1000 сотрудников. Как же долго будут ожидать транспорт пассажиры и куда пойти работать сокращаемым водителям? Эти вопросы обсудят завтра в Горсовете. Смотрите об этом в выпусках программы «Новости» во вторник.